Первое пополнение осеннего призыва отправилось в ряды вооруженных сил Казахстана. 40 молодых астанчан направляются в десантно-штурмовую бригаду, которая дислоцируется в городе Кунаеве. Их торжественно провожали не только родные и близкие, но и ветераны вооруженных сил, а также работники Акимата. Как рассказали в столичном департаменте по делам обороны, в осеннюю кампанию из Астаны на срочную воинскую службу намерены призвать более 1000 молодых парней.